have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. У нас киберпанк нарисовался, давненько я здесь не был. В смысле, давненько не играл. На самом деле, было здесь относительно недавно, дня 3-4 назад. Я заходил и еще раз исследовал менюшку. Немножечко подразобрался, что там насчет кибердеки, как там по остальным аспектам менюшки и организации внутренние персонажа. Ну, мне пора. Хотел да, прок... Да, вали уже, давай. Да, вот понимаешь. Если что, присматривай за ней, Ви. Отношение к тебе. Не буду, не чуваки. Так, на. Положи, пожалуйста. Я на И нажимаю. Не знаю, у меня тут это до сих пор еще мышечная память из других этих игр. Так, хорошо. Теперь, наконец-то. Я не смог ничего выложить из рук. Блин, прикиньте, я ходил, смотрел. Да, ничего не смог выложить из рук, потому что... Почему действие невозможно? Вот что мне интересно. Ладно, до этого я держал коробку в руках, и мне показалось, что я ничего не могу выложить из рук, потому что у меня что-то в руках. Почему сейчас это действие невозможно? Игра, ты продолжаешь меня удивлять. Так, ладно, по кибердеке. У нас с вами стояло какое-то замыкание, по-моему. Так, звуковой шок, амнезия. В общем, что я поставил? Я поставил вот эту штуку, самоубийство. То есть, если мы, получается, ломанием какого-то чувака, мы можем заставить его застрелиться. Я надеюсь, что это именно так работает. Запрос... Это я пока оставил. В общем-то, немножечко покопался, посмотрел, что нам нужно, как нам нужно. Немножечко покрафтил. Наконец-то разобрался в крафте. Сделал аптечек, сделал гранат. Там еще есть несколько видов гранат, но я пока в них смысла не особо вижу. Посмотрим, как это все будет происходить. Можем ехать, залезай. Залезать? Ну-ну. Не при... Вот, да-да-да, вижу, не признаешь авторитетов. Вот, вот это вот, кстати. Скорпион и Мич хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На соло и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Вот, значит, ты понимаешь все-таки, да? Я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? Нет. С этим не посчастливилось. Ясно. Ну, чувак, ты сам из своего клана ушел. Чего ж поделать-то? Так, что знаешь про мне вот это? Мне говорили, что Рокки Ридж — это пыльная дыра посреди ёбаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных Ясно, городов? Понятно. Сотни? В стране-то тысячи. Ехала я как-то по Е-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Ну, великая философия, я вижу, да? Пошла. Так, вот, боевые импланты. Эти ребята были в армии? Скорпион и Меч? Да. Панцербои. Были контрактниками на последней войне. Панцербои? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Меч был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. А мне интересно, то есть смотрите, человек идет в армию, и ему дают винтовку. Он уходит из армии, он должен сдать винтовку. Чувакам дают какие-то боевые импланты. Когда они уходят из армии, им оставляют боевые импланты? Серьезно, это так работает? Им не дают какие-то рабочие импланты взамен? Ну, я понимаю, вместо конечности, которые уже не вернуть. Но все же. Это, на мой взгляд, не совсем правильно. А ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Потому что ты мы стерва. Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Пары палаток на куче... Все.
Мы приехали. А, ну и ладно. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Стройте свое будущее в Rocky Ridge. О, эти рекламные листовочки. Итак, Rocky Ridge. Настоящий рай вдали от шума большого города. Новый город в шаге от Найт-Сити. Rocky Ridge — это не только удобное жилье по разумной цене, прекрасное расположение, отличная транспортная доступность, которая обеспечит строящиеся автострады. Это еще и первый шаг к развитию региона в и новым рабочим местам для его жителей. Выбирайте Rocky Ridge, выбирайте стабильность. Ой, где-то про стабильность я это уже слышал, погодите. Где-то про стабильность уже было. Так, спасибо. Да, по идее, одного стимулятора... А, он на 20 секунд действует, я понял. Понял. Хорошо. Просканировать устройство поблизости. Ой, блин, тут сканировать надо, я забыл. Серьезно, я очень давно не играл. Так, двойные двери. Это к чему ты подсоединен? Баллоны. Rocky Ridge мертвее мертвого. Все поломано, ничего не работает. Это, я так понимаю, перестрелка сейчас будет, да? Ну что, нашел что-нибудь? Не особо. Да, блин. Ничего, а тебя не осенило? Стилеты же подъедут после заката. Значит, устроим им сюрприз. Надо только подключить питание. Тут ничего не работает. Все отключено. Это ненадолго. Давай проверим подстанцию. Ну давай. Это туда шла сеть, да? То есть вон в ту... Да-да-да. Я таки подумал, трансформатор. Пойдем. Хорошо. Что же мне тут? Чума? Ладно. Так, и что ты мне, сюда предлагаешь сходить, да? Давай глянем. Под станция, над станция. Я тоже заберу. Я нашел выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Ну-ка, расскажи мне. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции, правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Диверсия. Ну, может, они на это купятся? Думаешь, свет на перекрестке даст нам какое-то преимущество? Серьезно? Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет. Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко. Пускай поищут, кто это приехал такой. Может, не будем машину здесь оставлять? Только сперва надо... А, тебе твоя машина нужна, я понял. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Ты понимаешь, что ты аккумулятор высадишь? Ну, ладно. Ладно, это место интереса, так я понимаю, да? Цель подключения. Так, сейчас. Хорошо, поехали. А, сейчас, кстати, я могу что-то со своим снаряжением-то делать или нет? Ну-ка, снаряжение. А, сейчас могу. Там не мог, сейчас могу. Хорошо, 361, 320. Это у нас длинное лезвие, длинный клинок. Это тоже длинный клинок. Хорошо. Давайте поставим ножик. Кухонный, блин, вместо мачете. 360. Так, 147 урона. 130 урона. Да, согласен. То есть скорость атаки одинаковая, а урона у того ножика кухонного побольше. Так вот, что я, собственно, хотел сделать. Ой, блин, сейчас я вспомню опять, как это происходит все.
Нет. Персонаж, параметры, журнал, чипы. Нет. Погодите. Создание. Погодите. Вот, улучшение. То есть нельзя зайти в какую-то штуку и улучшить ее. Нужно зайти... Понятно. Так, хорошо. Необычное... Мы сейчас его качнем. Немножечко. Все равно мы пока что будем с этим оружием ходить. Компоненты у нас есть. Пока вот так вот сделаем. 454. На сотку увеличили урон. Так. С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Кабель. Так, а там у нас боеприпасы для винтовки. Это я заберу. Макток тоже заберу. Ладно. Блин, а у остальных машин тоже можно открывать капот и багажник? Я что-то не обращал внимания. Надо тут наверху все подрубить. Неплохой баг сейчас был. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. То есть ты спалила все тачку, да? Есть. Ключи питания внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Как бы, если ты хотела просто с Акамуля завестись, ты могла вытащить Акамуля, а не машину сжигать. Ну, блин, это было глупо сейчас. Ладно. Блин, что с этим стеклом? Просто разбей окно и залезай. Никто тебе штраф. А я что, по-твоему, делаю? Так, зажигательный уголь. Да, была такая. Так, тут у нас... прочитать. Дорогие друзья, как вы знаете, крысы... Rotus norvegicus... Ого, да, это название, видимо, на латыни. Переносчики опасных болезней. Крысота позволит вам быстро и эффективно справиться с вредителями. Крысота содержит взрывчатку в сочетании с ядами, радиоактивными веществами подействует на любого, даже самого выносливого грызуна. Разложите красоту вокруг своего дома и спите спокойно. Единственное, что может помешать вашему отдыху, это едва слышные взрывы на заднем дворе. Угу. А что случилось с ножами в будущем? Почему у них такой вырез? Ладно. Я буду убийца с кухонным ножом. Так, хорошо. Ну, F, на это зажимать надо. Так, активировать. Распределитель подключен. Что там по сообщению? Супер. Электростанции. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. Можем отключить ее. У нас ее локально. Та-та-та-та-та. Тут у нас переговоры местных про электростанцию. Угу, понятно. Теперь сюда. Не сюда, а сюда. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Угу. Да блин, почему здесь не... Ладно. Как думаешь, откуда приедут стилеты? Думаю, с северо-востока. С недостроенной магистрали. Ладно. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Тортик это вон та бандура, что ли? Или что из них тортик? Какая из этих ржавых колымак твой тортик? Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Так. Да будет свет. Так, взлом протокола. Самоубийство. У меня просто недостаточно памяти для его совершения, потому что у меня только 5 кибер...
Кибердеки 5, понятно, понял, все. Это работает, но для этого нужно качать кибердеку. Окей, взлом протокола, запрос. Я вообще никогда этого не делал. А чё так медленно? Смотрите, а чё такой медленный взлом? Это опять же из-за того, что у меня память не прокачана, да? Подождём, да. Давайте. Так, хорошо. И что мне это дало? Ладно. Ключи в оттачке. Девица с ирокезом. Норм примет. Вон она. Хорошо. Прочешите тут все. Я буду внутри. Кого увидите, кричите. Можно все перерезать, только дверь закрыта. Хорошо. Кто все это включил? Может, сверху надо пролезть? То есть, вместо того, чтобы по темноте пойти и всех их перерезать, мы сейчас будем по свету пытаться стелсить, да? Меня видят? Почти заметили. А вот это что? А, то есть мне сюда. Да ну, черт тебя Ну почему нельзя схватить человека, когда... Ай, блин, чертовы баги. Это бесит, серьезно бесит. Иди сюда. Нормально, тетка с ирокезом. Взять? Выведу тачку, не будем рисковать. Ну, ладно. Встретимся у города, на севере. Не слишком привыкай к моей тачке. Ясно? До скорого. Да, они все там. Вот я не могу это взять. Так. Блять, у меня кровь! Беги, прячься! Ой, я немножечко накупил наконец-то себе этих патрончиков. Черт. Все, я понял. С ножом на открытых территориях такая себе... А вот привет, и ты, чувак. Спасибо, что подошел ко мне. Воспользовались нашими авиалиниями. Ой, еще один идет. Смотрите. Идет. Педали. У осла педали. Все. Так. Серьезно, боевка здесь, извините, пожалуйста, ну, всрата окончательно. Потому что если я могу вот так вот ходить и прокачанным ножом просто рубать людей. То есть из оружия. Понимаете, в чем весь бред заключается? Из оружия я в чувака попал сколько? Ну, сдохни ты уже. 3-4 раза я попал в него из пистолета, ему ничего не было. То есть из оружия я бы заманался в него стрелять. То с ножом, да, пожалуйста, давай, просто подходи и нормально все будет. Так, хорошо. Давайте я тут немножечко пролутаюсь. О, это для балансировки шин. Неплохо. Что это тут? Ну, пролезь ты. Пролезть в чертово окно, чтоб тебя.
это бесит. Ладно. Давайте посмотрим, что тут интересненько. Во-первых, вот это я заберу. Вот это от Мэйси. Ну-ка. Вот, значит, как. Хорошо, я уже даже не знаю, что сказать. Все равно с тобой разговаривать бесполезно. Юристы все оформят. Больше никто не будет тебе напоминать, что ты сидишь в мертвом городе. Плати этот бесконечный кредит за дом, который никогда не достроят. Смотри на свою подпись под договором, который разрушил нашу жизнь, а потом семью. Может, когда-нибудь до тебя дойдет, что они могут в любой момент его разорвать и ставить тебя ни с чем. Ты как хочешь, я начинаю новую жизнь. Будь здоров, Мэйси. К детям пока лучше не приезжай. Понятно. Короче, чувак собирался построить себе новую жизнь, купил здесь дом, а от него ушла семья, и ему фигово. Понятно. Так. Блин, надо качнуть, по-моему, силу. Мне уже начинает задалбывать, что я не могу ничего выломать. Но мне жаль тратить очки. Чего? А, у меня ключ появился. Или я открыл дверь просто. Ладно, нормально. Так. Вот это вот твоя тортина, да? Ну, пикап и пикап. Не знаю, обычное ржавое ведро. Поехали. Может, поедем? А почему? Наконец-то я могу. Я до этого клацал вперед-назад, ничего с машиной не происходило. Вот только сейчас. Так, ладно. Не, я понимаю, вы мне сейчас можете сказать, что это DPS такой, что если бы я прокачал пистолет, то я бы из пистолета их бил бы точно так же, как вот ножом. Но, блин, нет, ребятушки, так это не годится. Это я заметил еще с первой серии. То, что из оружия ты в них стреляешь прям дофигища раз, и они не дохнут просто тупо. То есть тут балансировка хпшки у персонажей и NPC-шек. Я поведу. Вот, блин. Поменяться местами. Чего ты ждешь? Подожди. Минуточку, ребят. Вариативность в игре. Поменяться местами или поменяться местами? Почему нет возможности остаться, блин, за рулем и отправить ее, блин, куда-нибудь в кузов или в багажник? Чего ты ждешь? Не могла подождать? Вот, на тебе. Окей. Настолько не терпится, да? То есть в чем был сейчас смысл вот этого выбора, вот этого диалога, который произошел? Он же не повлиял ни на что. Ладно. Наконец-то. Да едь уже. Едь. Ну? Скажи, крутой малыш. Не знаю. Я понимаю, эмоции, привязанность, но... Машина как машина. Я же говорю. Чтоб ты понимал, нашла кого спросить. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся. И без тебя, между прочим. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Опять же, без выбора. Значит, дело с самого начала было вместе? Да нихера подобного! Или ты не хочешь говорить честно, или вообще не знаешь, чего хочешь, и непонятно, что... Твою мать! Послушай меня! Вот чертова истеричка. Я знаю, где у них нора. Я туда не поеду. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Так, мы не договаривались. Вот, это отказ. Сперва добьем сделку с 6-й улицей. Ты реально хочешь напасть на базу? Да, заткнись. Так, ладно, это не пойдет. Реально, нет, не пойдет. Вот, мы не договаривались. Это правда. Мы не договаривались охотиться на Нэша. Я же думала, что он приедет в Рокки Ридж. А он не приехал. Может, и в этой их норе его тоже нет. Он точно там, Ви. Этот ебучий стилет меня кинул, и я этого так не оставлю. Он должен сдохнуть. Да мне плевать на то, что ты это так не оставишь. Нет, мы так не договаривались. Нет, мы так не договаривались. Ты шутишь? Скажи, что шутишь. Скажи, что заткнешься. Я не буду рисковать всем, чтобы ты кому-то отомстила. Ты не понимаешь. Это не просто... Нет, заткнись. Пана. Нэш тебя кинул, это я понимаю. Не пытайся теперь кинуть меня. Скидываем вот товар 6-й улицы, потом перехватываем Хельмана. Такой был уговор. Все правильно, да. То какая-то бобень тут будет крутить, вертеть. Такой был уговор. Все. Где встречаемся с 6-й? Привет, босс. Товар у меня.
Эй, обижаешь. Давай встретимся у мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Да мне пофиг, разговаривает она со мной или нет. Я даже... Можно я не буду вообще с ней разговаривать? Это я сейчас с ней не разговариваю после вот этой истерики, которую она сейчас устроила. Нафига она мне нужна была? Да-да-да-да. Почему сейчас нету пропустить поездку? Почему сейчас нету вот... Я не хочу вот ни один из этих диалогов выбирать сейчас. Ни тот, ни этот. Блин, а иначе мне придется втыкать в экран. Знаете что, ребят, давайте так. Я не буду не нажимать ни на один диалог. Мы сейчас на паузе туда доедем, а потом посмотрим, как будут развиваться события. Я сейчас из принципа не хочу выбирать диалог. Вроде как Sunset, это здесь. Не так уж и долго ехали. Сейчас посмотрим, как это все будет. Пусть этот диалог скипнется, и все. Поворачивай, там был Sunset. Вот так. Можно было и раньше съехать. Ладно. Они здесь. О, отлично, диалог скипнулся. Хорошо. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Ты с этими посралась? Вот ты, блин, крыса. Выпусти меня из машины. Да она сейчас не договорится, выпусти. В смысле прикрыть? Не буду ее прикрывать, пусть сидит. Ну, в смысле, мой чел, пусть сидит себе спокойно. Я думал, выйти поговорить, что в смысле прикрывать? Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Никто. Это ты никто, если че. Я главный персонаж. Держите. Игры. Товар первоклассный. Ага. Блин, нафига с этой сумасшедшей чокнутой ну, связался? Порядок? И это сюжетное задание, ёлки-палки, с вот этой неадеквашкой. Приятно удивить. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Ну и все, отпусти их нафиг, у нас дела есть. Что ты там соб... Бестия? Панам. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы. Я вернула тачку и товар. Нет, не Шестая ты. Улица довольна. Минус две проблемы, сука. Похоже, ты получишь таки свой процент. Мне заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за заботу. Что ж, до скорого, Панам. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. Хочешь сказать, она раньше была добрая и ласковая? Да хер раздала. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Ну, веди. Мне надо выпить. Неадеквашка. Блин, серьезно, игра меня связывает с вот таким персонажем. Почему я должен проявлять хоть какую-либо симпатию к этой истеричке? Ну, то есть... Хорошо, бестия. Так, хорошо, что ты не стала играть с Панам «Справедливое возмездие». Нэш никому не нужен мертвым, вот, видите? А стилеты рано или поздно попытались бы отыграться. Не огорчайся, она скоро тоже... Да, на нее мне как-то пофиг. Сфига ли мне было вмешиваться в эту мясорубку с Нэшем вообще? На стилетов нарываться, врагов себе наживать. Это как бы... Я в этом не вижу вообще никакой собственной логики. Учитывая еще какая вот эта вот... Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два брозовка, пока все. А что ты привезла для шестых? Что за груз-то? А ты не видел? Баллоперидол. Лекарства для киберпсихов. Они их продают? Ну да. Принимаю. По своим каналам. Не буду я пить. Подпольным клиникам и риперам. Давай к делу, нам нужно ехать этого чувака перехватывать, когда там завтра или что, не напивайся. Еще одно можно? Че, все выпила? Типа махом, это алкоголичка.
Так, ладно. Спасибо. Что за реклама такая? Дай знать, если что будет нужно. Может, хватит триндеть, а? Ты свою работу сделал. Теперь моя очередь. Правильно. Надо подумать, что делать с этим твоим Ави. Так, какой план? Какой у нас план насчет Хельмана? Понять бы, как я буду одной рукой сбивать это Ави, а другой укладывать охрану. Ты вообще пока ничего не сделал за все это время. Лучше поменьше светиться. Встретимся тут около полуночи. Идет? Ага, до скорого. Ну, а мне нужна комната. На одну ночь. Пойдем. Раз облажалась с грузом, второй раз... Деламейн, тут есть тачка. Меня зовут Дакота Скотт. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Деламейн. С каким народом ездишь, Дакота? Была с Альдекальдо, но больше не езжу. Я Ви, ездил с кланом Бакеров. Так, пробудись и попробуй других... И пробуди других, присоединяйся к обществу. Что за... Общество Бартоса, корпоративное угнетение... Блин, это какая-то социальная антиреклама. Ездил, значит. А теперь? А теперь нет. Зет! Понимаю. Да ну, блин, Зет, черт побери! Связи. Встретимся в мотеле Sunset. В гараже я буду ждать. Жди. Ну все, уже полночь. Идем. Дождаться. Класс. Будем сидеть здесь и втыкать пару часиков, пока она не придет. Отличное времяпрепровождение. Тебе помочь? Зачем ты это спрашиваешь? Нет, я уже заканчиваю. Так. После стилетов за руль страшно садиться. Как они, блядь, ездили? Ты готов? Хотел косить всех. Так, стоп. Купить. Нет, стоп. Не надо мне никого покупать, я не собирался, где у нас журналы, чипы, журнал. Я не собирался не покупать никакую тачку, вы чё? Купить торт, она, не буду ничего, забудьте об этом. Почему нельзя вот так вот кликнуть и отключить задание? Почему его обязательно нужно переключать на что-то? Старые друзья, уровень угрозы, уходя гасите всех. Вот это вот у нас сейчас по плану базовое. Подумала над планом? Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Рассказывай. Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Угу. Микроволновая электростанция? Ну да. Надо туда завалиться. Угу. Ну, допустим. А потом что? Потом бахнем электромагнитным импульсом по Ави. Ну, давай бахнем. Как только оно окажется в зоне поражения, мы вызовем короткое замыкание. У них на борту все повырубается. То есть ты думаешь, у них системы... В смысле, ладно. Двигатели тоже? Абсолютно все. Без исключения. Двигатели, навигация, связь, все. Вот, кстати. Как у тебя все просто. Может, они и не полетят над этой станцией. И что тогда? Слушай, может, и не полетят. Но нам это никак не помешает, вот увидишь. Придется помотаться, но ты не пожалеешь, обещаю. У меня тут все схвачено. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. Так, О, новый чип. Поздравляем, вы стали гордым обладателем автомобиля Тортон. Мы гарантируем его надежность и удобство по разумной цене. Перед тем, как сесть за руль своего нового автомобиля и отправиться в путь, обязательно прочтите руководство. Спасибо, не буду. Поехали. Может, мы все-таки достанем этого Васю наконец-то, а то мы в основном твоими делами занимаемся. А станция чья? Государство или корпоратов?
А не пофиг? Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Я как раз просто хотел спросить, государство до сих пор не корпоратами управляется? Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Да не буду я с ней разговаривать. Вот давай. Любишь гадить корпоратам, да? С чего это ты взял? Да так, по твоему разговорчику. Хотя нет, погоди. Бестия, Нэш, стилеты. Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Во. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Да не так, чтобы уж. Уж это точно. Такая криворукая на моей стороне, чем мне это хорошо-то? Я не хочу выбирать второй вариант. Почему нету варианта просто... Черт. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. Вот я, например, вез однажды настоящую игуану. Серьезно? Живую? Ага, прикинь. Кто-то дал ей снотворное и упаковал в ящик. Не знаю зачем, но мне с этой работы нормально перепало. А что у тебя? В смысле нормально твоё перепало? Слово? Вы же украли тогда игуану, и за вами никто не гнался, ничего вам не было, сейчас да? Сейчас приедем к дамбе, и там остановимся ненадолго. Пропустить поездку можно? Можно, можно, можно. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Ну, хорошо. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностика. Черт. Все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься по нам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок, я верю, что ты ничего не сломаешь. Привет, Джонни. Ты вовремя вылез. Ну прям что? Идеально. Была не была. Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я за... Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью. Супер. Закругляемся. Ну все, вроде нормально. Не так плохо, скажи. Калибровка — это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Сканер, контроллеры — все это устарело минимум на два поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Кабуки. Если хочешь, конечно. Я подумаю. Главное, что сейчас все работает. Где эта электростанция? Ладно. Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место. Оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Да ну нет, вот, да. Если что, я гоняюсь за Хельманом не для того, чтобы подложить свинью Арасаки. Это вопрос жизни и смерти. Моей жизни. Если что, ты за ним гоняешься из-за Арасаки и их грёбаной железки. Нет, из-за того, что ты у меня в мозгах, чувак. Мотивы? Цель оправдывает средства. И твоя цель – выжить. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука – это коллектор. Мы собираемся захватывать это, да? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Так антенны идут по всей магистрали. Угу. И это нам на руку. Они же все связаны. Нам надо просто поковыряться в коллекторе. Пойдет цепная реакция и будет импульс от всех антенн. Ну, допустим. Ави попадется как муха в паутину. Нам останется только ударить импульсом в нужный момент. Тогда пошли ударим. Когда приедем на станцию, я проложу обвод для детонатора, а ты перегрузишь системы. Окей, перегрузи систему. Это ехать сейчас. Надеюсь, там ничего сложного?
Я прав? Вроде нет. Просто выкрутишь все на максимум и все. Или сильнее, если получится. Ладно. Надо будет подождать. И да. Что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. А подготовить заранее... Ну, блин, ладно. Отлично, поехали. Ждем полночи, потом ждем еще полночи здесь. Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Я думал, вы уже проворачивали что-то такое в клане. Нет. Однажды мы отбивали нашего у конвоя. Но это ни в какое сравнение не идет. Тут риск гораздо больше. То есть... Скучаешь? В смысле? По риску? Да не по риску, по клану, по семье. Я то же самое могу спросить. Тебе хорошо без семьи? Я вообще ни о чем не жалею. Нет, эту страницу я перелистнул. Вообще, я стараюсь не жалеть о прошлом. Пустая трата времени. Хорошо бы и мне так научиться. Но пока не выходит. Вы мне даете в напарники человека, который провалил собственное задание, за которого мне пришлось переделывать ее же задание, возвращать эту гребаную тарантайку, возвращать ее груз, слушать ее психи. И теперь оказывается, что она никогда не выполняла похожую работу, и теперь мне придется ее еще и там прикрывать. Вопрос, ребятушки, зачем мне дали этого человека в напарники? То есть, я за это еще заплатил 15 штук. Ладно, я заплатил 15 штук за то, чтобы мне добыли информацию. Но, по сути, я вообще пока что логики в том, что происходит, не вижу никакущей. То есть, хотя, ну, было три главных задания. Тем первым, которым я занимался, ну, там была хоть какая-то логика. Здесь пока что очень бредовенько. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Ну, поехали. Окей. Уже. Я готов. Я на пулемете, да? Окей, поехали. Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Класс! Это все? Да, но тупить некогда. Что за маневр сейчас был такой? Найди. Уходи. Панель Ви. Я подключу детонатор. Давай. Ну, применить ты. А, блядь. Что с тобой не так? Ты просто на кнопку нажал. Найди панель Ви. Да хорош! Третью перезагрузи и поворачивайся ты, чтоб тебя... Ты просто на кнопки тычешь, ты же не подключаешься личным бортом. Черт, банан, по-моему, мы переборщили. Жить будешь. Почему его так сейчас глючу? А, из-за электропомех. Все, 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 понял, понял, понял. Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум. Зашибись! Я понял, это было не из-за компьютера, а из-за того, что просто электромагнитное это поле слишком сильное было. Ну, все, 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 до меня доперло. Окей. Ви, уёбывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тот плед и позагорать. Уже крем для загара достал. Я серьезно. В следующий раз мы... Джонни? О, Джонни. Мы его отключили. Твою мать. Стоп! Так может нам просто спалить нафиг чип и все. И он больше не будет захватывать наш мозг. Мы же его не... Вернись туда! Так, я в норме. Просто ты спалим Джонни и все. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Ну, надо нет. Просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Ну ладно, допустим. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. На вон ту какую? Понял. Где? Знаете, что немножечко... Ну да, ладно. Я хотел сказать немножко неприятно, что когда ты не ведешь, то тебя запирают внутри тачки, и ты вокруг ничего не видишь из этого бункера. Но с другой стороны, в это время происходят же диалоги, и можно смотреть на то, что происходит в машине, так что окей. Давай. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать?
я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. Можно послать тебя по моему сигналу? И, кстати, да. Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? Главное, ничего не запороть. У нас только один шанс, Панам. Главное, его не просрать. Не ссы. Я все довожу до конца. Всегда. Сказал человек, просравший свое прошлое дело. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Ну, там, давайте, много часов спустя, или что-нибудь, ну... О, музыка пошла, значит, летит. Вот оно, летит с Пасифики. Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай! Бум. Готово. Черт, что такое? Что происходит? Супер, просто супер. Блять! Попали! Панам, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Теперь догоним. О, теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нам, я напоминаю, нам с этим человеком нужно поговорить. Они или сядут, или разобьются. Нам с человеком внутри этой штуки нужно поговорить. Давайте пусть его летательное средство упадет. Ой, оно не падает, давайте в него фиганем ракетой. Езжай за ними, я скоро. Может, батарея... Слышь, Скорпион, это по нам. Не трогайте это Ави. Повторяю, не трогайте это Ави. Ага, еду. Придется начать праздник без... Это Кантау! Подождите меня, а лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дроны. Да, приготовься. О, ну да. Они хотят нас задержать. Кера Лысова! Мы должны добраться до Скорпиона с Пичем. Это, кстати, стандартная фишка с... я заметил. Да попади ты уже. Банан, проблема. Не стреляй. Блять, опять заело, что ли? Да потому что у тебя говно старое, а не тачка. Заело. Вот, сука. Они у нас на хвосте, банан. Да чини это. Блин, скорее уже. Гребаные защелки не открываются. У тебя не тачка, еще а просто кусок мусора. Блять! О, да! Да блин, ничего, не убили! Ничего не будет! Вот так, нормально. Еще часик протяну. Часика хватит. Ну чё, всё, не всё? А по... Почему я здесь? О, тут есть зум. На турели есть зум. Неплохо, я тут сейчас заметил. Упал! За этим холмом! Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! Банан, все нормально? Да, блин, сдохни там. Ты как, жива? А то живее всех живых. Но это главный персонаж, ее никто не убьет, к сожалению. Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Ви, с ними что-то случилось! Проверим! Да ну к черту их, если они такие тупые! Мича. Выпусти меня из тачки! Че мы сидим тупим? Ай, хуй с ним!
Вот это вот один из самых раздолбайских персонажей. Ви, подключись к дрону, просканируем округу. Надо узнать, что творится. Погнали. Подключишься к визору. Угу. Ви, если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли... Да, уже все. Подключился. Беру управление. Боевые дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Черт. Просканировать разбившийся АИ, просканировать территорию в поисках Митча. Ви, это плохо кончится. 5 канов в патруле. Корпораты ебучие. Гранатомет. Нас разъебут, если подойдем ближе. Может его убрать? Митч! О! Он жив! Их взяли в плен! Может. Сначала надо туда добраться. А сфига ли их взяли в плен? То есть... О, нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан? Альдекальда. Да. Все погибли. Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила. Это все из-за меня. На кой хер они поехали за эти мави? Бараны! Да, нам Хельман нужен. Хельмана держит в Ави. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Сидим в машине, ты ранена. Да, давай, прикрывай отсюда. Блядь, тебя уже разнесли. Что ты мне втираешь? Да. Это царапина. Мы разнесем гранатомет, тогда я попробую... Нет, ты ждешь в машине. Это были две одинаковые опции. Что за хуйню ты несешь? Там мои друзья. Слушай, я дам знать, когда разберусь с их артиллерией. Тогда ты прикатишь и мне поможешь. Идет? Да, так точно. Все, выпусти меня. У меня есть винтовка Митча. Постараюсь хотя бы прикрыть тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел. То есть, опять, два выбора вариантов. Оставайся в машине и оставайся в машине. Спасибо за вариативность, игра. Они об этом пожалели. Да. Так, я так понимаю, что с ножом там не получится. Так, оружка у нас перезаряжена. Пойдем. Блин. А я могу F5? О, я могу F5. Я вообще сегодня за серию ни разу F5 не нажимал. Так. От нас так просто не отделаешься! Топай, заткни! Блин, она меня бесит просто чертовски. И самое, что меня бесит, что это главный... Она один из второстепенных главных персонажей. Ее никто никогда не убьет. Вот это вот просто отвратительно. Так, я с этой штукой что-то смогу сделать или нет? Вот что мне интересно. Я же сохранился? Да, оно вполне взрывается. Так, кто там по мне гасит? Стой, вон. Заряжаем. Я ж не зря патроны-то закупил. Хоть попользуюсь немножечко, а то все ножом да ножом. Минус. Этот уже побитый был. Сдохнуть, например, там не хочешь? Ну так, просто чисто теоретически, не? Блин, пушку он несет просто неимоверно. Серьезно, граномет? Ну-ка. Объект отказывается сотрудничать.
Да, отказывается. И чё? Я их ножом могу убивать? Могу! Маньяк с кухонным ножом, блин, перерезал защитную отряда Росаки. Так, это ты у нас умными патронами типа стреляешь, да? Очень умный, значит. Да ну хорош меня стрелять-то, да я лут-то соберу. Задолбали. Тут ты меня не достанешь, все. А, как мне отключить эту фигню? Стоп. Нет, так. А, это вот здесь отключается. Все. Так, все чисто. Еду к тебе. Фух. Слыш. Ай, зачем я столько... Я сколько? 100 патронов потратил на эту фигню. Я мог просто... Ну, вы видели эффективность винтовки и эффективность ножа. Наверное, надо, может, прокачать винтовку, конечно, но само по себе это такой абсурд. Да-да, я сейчас только лутевки соберу с этих железяк. Ну подбери! А иди ты к черту. F5. Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие быстро! Спокойно! Мы можем сделать так, что никто не пострадает. До свидания. Мы можем сделать так, что только ты пострадаешь. Все нормально. Ты как? Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели... А, это чертов Мич. Я думал, что это Хельман. Мы перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Инструкция ПО-08. Добыча и транспортировка стратегических ресурсов. Во время перелета внешняя амуниция должна быть сведена до минимума. Приоритетом является безопасность пассажира 0. Пассажир 0 может воспользоваться своими правами только по достижении пункта назначения. Во время перелета следует придерживаться инструкции, согласно которой необходимо исключить общение с пассажиром 0, в том числе и в чрезвычайной ситуации. Где он? Мич! Мич! Он жив? Панам, прости меня. Я не успел. Нет. Где чертов Хельман? Ты уверен? Нет, он... Да подотри сопли, мы сюда за Хельманом пришли. Ай, дерьмовая черту. История. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Прекрасные, да. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя стоп, а там труп был. Да. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Это и была наша цель. Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? Ложки. На запад. Их мало, небольшой отряд. Вымещи и тачки доставили. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Я сам поеду, ты останешься здесь. Давай, останься от тебя только я проблемы. Справлюсь. Я с тобой поеду. Я же обещала, что помогу. Дать тебе помощь, блин, козла молока. Кроме того, эти твари убили Скорпиона.
Я им этого не прощу. Не спорь с ней, Ви. Бесполезно. Я уже понял, что она долбанутая. Чувак, приезжайте, извини. Я соберу людей. Тут есть чем заняться. Знаешь, у меня такое ощущение, что не я ты от них ушла, что они тебя выгнали. Она любит ломаться. Возьмем байки. Отлично. Кантао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. По нам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Да нафиг эту машину, блин. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Ломаное говно. Я помогу. Не буду я ничего помогать. Ты мне до сих пор помогаешь только, чтобы отомстить. Ну, за работу. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Я хочу максимально отдалиться от каких-либо сочувствий или чего-нибудь такое. Так, F5. Все, ребятушки, на этом мы тогда сегодняшнюю серию закончим. Спасибо, что были с нами. Давай немножечко подлечимся. И теперь F5 нёмся. Все, увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.